Привет! Я рада видеть тебя на своем канале. Добро пожаловать и приятного просмотра. Погнали! Мы поняли. Рита, перезайди в Дискорд. Ого. У тебя Дискорд съедает. Так. Зачем тебе есть Дискорд? Каково я? Так. А так нормально? Ну так вроде получше. Микродатчик, ох, господи. У нас, конечно, очень много стива. Заку но просто божественный. Что? Умираю я. Да то я не умираю. Ну да. Ты сегодня спонсор. Спонсор наших каток. Ой, я печеньку нашла. Кстати, я не помню наличие печеньки где. Так, ну у нас не доска. У нас кукла. Понятно. В подвале шкафчиков нет. Не, на втором тоже точно есть. Свет в подвале. Так, кость в гараже нашел. Дальний шкафчик. В подвале. А, все, поняла. И ближний шкафчик. В гараже, короче, все шкафчики. Вы не поверите, кость располагается. Нет, так, в гараже что нету я... шкафчика. Я кость взять не могу. А, вот. Ура. Да, закройся ты. Так, я нашел печеньку на втором. Это вроде подвал. А нет, это не подвал. Не подвал. Дай нам знак, пошуми, потрогай двери. Ну, арбы не видно. Все, я вспомнил, где печеньки лежат. А мы, по-моему, все должны были собрать. А? Мы, по-моему, уже все должны были собрать. Ну, я вот две нашел. На втором. Я? Сколько я нашла? Я две нашла. Значит, на втором все. На первом еще. Я на первом была. А, я на втором. Вроде собрал все. Где ты куклу видела? Между гаражом. А, вот в подвале еще печенька. А, ну я не собрала. Минусовая в голубой комнате. На втором этаже? Да. Где ванная смежная? А ну, в принципе, чё я? Она же одна такая там. Арбы нет. Ничего себе, Марго бас бустит шумами. Так, ну у нас только минусовая получается. У меня приемник есть, я иду к вам. Говорю. Ой, где тут лестница? Кстати, да, дождь без дождя. Прикольно. Я буду здесь. Так, а печеньку мы одну так и не нашли. Это, наверное, на первом этаже где-то. А, на первом, да, должно быть. А, вот. Эта комната, да? Там, где лазерный проект. Я поговорю с ним. А дверь зачем закрыл? Открой дверь. А то камеру не видно. Ответ убил. А где печенька? Нашла? Нет, ее нету на первом. Ну, может быть, в подвале где-то я пропустила.
Ничего не хочет говорить. Надо второй проверить еще раз. Понятно. А щиток никто не включал, что ли? Я включила. Выбил, похоже. Да. Да, выбил. Наверное, на кухне будет сейчас. На кухне см. ГОСТ. Получай в лицо, ГОСТ. Надо посмотреть на первом, на кухне. На кухне нет. Это одно нету, да? Точно? Угу. Ну сейчас тогда. Давайте я второй войду еще разок. Посмотрю. Я тоже сейчас просматриваю, нет. И одну скрытую печеньку я нашел на втором. Дальше должно быть легче. Она прям скрытая? Ну она спрятана так, знаешь, в этой, в тумбочке внутри. Да, чувствую. Она еще в барет может быть. Это вот примерно как мы там в этой за чайником искали, помните, полчаса, Костин, на стриме. Да. Это была же. То же самое примерно тут. Непримерно. Может быть здесь. На втором нет. Не вижу. Она может быть здесь. Сейчас тут только одна такая, остальные должны быть на виду. Ну вот нам только одна осталась. Целая. Пойду еще раз в гараже гляну. Может, я в гараже пропустила? Я в подвале гляну. А, ну да, я в гараже ее пропустила. Понятно, кто виновник. Ну да, обвиняйте меня во всем. Ну, знаете, в свое оправдание скажу, что не слышно. Не видно в темноте. Я же без фонаря прохожу. Она светится в темноте. Я без фонаря прохожу. Она в темноте светится, печенька. Плохо светится. Поверим. Кто-нибудь датчик есть у нас? Да. По идее, да. Я возьму его, поставлю, пойду в комнату. А у нас вообще кто может? У нас блокнот. Отлично. Только лишь бы не тень, хотя это, кстати... Морой, демон, ревенант, тень. Ну, это, кстати, возможно. А рассудок у меня какой? Ты старый. Ты молодой. Он радио отвечал. Ты злой. Ты добрый. Ты близко. Да, ты рядом. Ты далеко. Ты в этой комнате. Ты старый. Ты молодой. Не старый, не молодой, не добрый, не злой. Ну это значит не морой. У нас всех рассудок упал. Атаку можешь начать. Особенно у Антона. У меня? Да, у тебя 22. Я ничего не делал вроде. Я в темноте хожу без фонариков, а у меня рассудок не сел, да? Да. Ну, у тебя 41. Ну, фазма меня. В нашем фургоне. У меня больше всех. Давайте благовоние возьму. О, нет, датчик, у нас есть датчик, отлично. Осталось благовоние. Атака. Можно печеньки? Марго, жиги. Марго, надеюсь, ты спряталась надежно. Посмотрим на него. Ты просто одна в доме осталась. У тебя сейчас самый низкий рассудок. Он снизу, он чем такой быстрый. О, господи, он сейчас меня убьет. Это не работает. Через окно не работает. Жаль. Потратил синенький. Так, ну получается... Да. Получается это... МП где? Не ревенант. А МП здесь есть? Я не носила. Блин, он включил. А он что, по датчикам ходит? Ну это получается хочу. Уже не ревенант, потому что он был быстрый. Получается... Жалко такая. Это может быть тень. Вот, он вообще ничего не дает. Сейчас. Ну, он не выключает вроде. Я ни разу не видела.
Вообще в направлении. Господи, в темноте бы мимо шкафчика не пройти эту. Я надеюсь, что он во мне атаку не начнет. Может. Я пожалуй двери. Так, если что, я МП оставила то в комнате. У кого благовоние? У меня. Я жду вот. Хорошо. А нам что надо? Благовоние. Благовоние осталось, да. Она правильно кричала, что ли? Да, а я чуть здесь стою тогда. Я сейчас тыкну куклу, проверьте, МП, может, взаимодействие даст. Хорошо. Я тыкнула. 5 МП. 5 МП? Да. Это тень. Нет. Ну все. Бабка тень. Угу. Просто я сразу подумала на тень, потому что у нас рассудок ниже 30%, он только тогда на атаку начал. Килечка, ты зажжешь или я? Я хочу сфотать попробовать. Давайте я зажгу эту фотку, у меня один кадр остался. А у меня нету кадра. Могу тогда тебе фотик. Одна. Я печеньки несу. Давай. А где здесь свет включить? Где-то здесь. Спасибо. Пожалуйста. Лазерный сработал опять. В смысле лазерный сработал опять? Ну, до твоего прихода лазерный проект. Ой, этот, как он называется? Датчик движения. Датчик движения, да. Где ему печеньки оставлять? Да по центру ставь. Смотри себе, откуда он атаку начнет. Если для печеньки не сработает. Да, сейчас прям. Понятно. А лодка. Бабка тебе что сделает? Понятно. Что значит ты? Я тебя бы сфотала. Конечно! Я Антона сфотала. А, у нас кадры кончились, что ли? Да, там один только был. Ну ладно, для меня это не подсели, только теперь я не спонсор. Ну, Марго живая? Вроде живая тут сидит. Да. Она долго пыталась не пускать меня в шкафчик. Блин, мы не сбежали. Я могу сбежать. Не сработало, что ли? Благовоние не сработало, потому что Кирочка же умерла. Ой, она так хорошо умерла тут стоя. А я фотик не посмотрела. Я сходила за благовонием, но не взяла фотик, не посмотрела. На печеньке он съел. У меня же было благовоние, почему я его не зажгла? Крис, давай, не умирай, давай я зажгу еще разок. У меня благовоние, если что, есть. Давай куклу потыкаем. Вот оно, шкафчики. Это сгоревшее мое. Вот, шкафчик. Я не вижу его. Это смысл превратится. Вижу. И под ним прям зажигал, если что. МП. Зажигалка-то у меня есть. МП где? 2. Он двери потрогал. Атака. Ну блин, а я фотик. А, это гост. Это гост был. Спасибо, что сжег благовоние. У меня есть благовоние. Давай. Я хочу куклу потыкать. Подожди, шкафчик. Нифига себе! Это не атака. Атака. Да? А где он? Двери закрыты, и у меня все пины вошли в куклу. А его нет. Он не топает, он не появился в комнате. Он только радио, ой. А, нет. Включил. А где атака? Атаки нет, вот нет. Так, весь свет в доме погас, входная дверь закрылась. А он не начал так вообще. Ну, мы куклу потеряли. Он дверь трогает активно. У меня рассудок был, видимо, ниже 10%. Я воткнула куклу, одну иголку, и они все вот так вот в одну. МПМ. Выключи. Атака, атака, атакуй. А кто выключит эту штуку? Я не пойму, что выключать. Радиоприём. А где оно? В комнате. Он свет где-то там был, вот. Да. А как его выключить-то? Нажать просто на него. На левую. Господи.
Атака, 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 атакуй. Он дверь стрелкает. Вот атака. Он внизу. Ну, я надеюсь, я сбежала. Да-да-да, выполнила. Можно уходить. Ничего себе, предметы летают. Скажи, когда атака кончится. Хорошо. А где он? А. На второй пришел к нам. Топотун. Всё. По-моему, всё. Кончилось. Все, Марго, пошли. Марго, уходим. Блин, а у меня фотик был. Я его не сфоткала даже. Главное, главное, не умереть, пошли. Он что, гос давал? Ну, физически только. Марго, ты живая? Это гост был. Не выйти. Смотрите, какой я, Антон Фаткиничный, с благовонием. А ты где? Ты вышла? Вот, ты вышла! Молодец! Я уже за тобой собиралась идти. И умирать, да? Я благовоние взяла. Ой, у меня 0, а у вас 2%. А это скачет рассудок. Мне он поставили... видишь тоже, так, да. Тень, да, у нас? Поехали. Да. А сегодня у нас сколько стрим? Непонятно пока. По-моему, где-то в районе 6-7. Либо в 5, либо в 6. Как Марь успеет превьюшку нарисовать? О, Марь, привет. Надеюсь, удача будет в наших руках. Надеемся. Надеюсь, HD получишь, не плачь, да? Печенька за чай не лежит. Датчик благовония. Балдёж. А вот можно поставить? Ой, я все испытания дня прошла. Молодец, а я даже не знаю, что за испытание. А вот режим голосового чата, там по нажатию пошту толк. Это на какую кнопку надо нажимать, чтобы разговаривать? На В вроде. На В, да. Ну, типа на М русскую. Спасибо. Тогда это так вести. Господи, уже все. Я печеньку нашла. Молодец. Я зря столько много денег потратила, получается. В смысле? 3 термометра. Потому что почти все по 4 купила. А тут половина все по 2. Свет есть. А это ж я добавила. Я тоже добавила. Не добавилась, видимо. За чайником на кухне ты говорил? Да. Я не могу взять вещи. А где чайник на кухне? Я взял термометр. О, я нашла. За банкой, не за чайником. За чайником. Да нету. Ничего не могу. За банкой была. Я взять не могу. А смысл? Может, это на другой карте? Подожди. Может, на Близдейл? Это Близдейл тогда. Ну, наверное, на Близдейл, да. Там где чердак есть. О, я еще одну нашла. Чердак на графта нету. На второй этаж чердаком называю. Почему у меня третий предмет не берется? У нас доска. О. Я нашел еще одну печеньку. Господи, ничего не вижу. Все вижу. Если сейчас будет атака, вы меня простите, пожалуйста. Я просто хочу проверить, работает или нет. Нет, я ухожу, я ухожу. Давай, у тебя есть 5 секунд. Я ушла. Твоя любимая комната. Твоя любимая комната. Твоя любимая комната. Прощай. Прощай. Я доску не могу деактивировать. Прощай. В мастер-бедрум. Прощай. Я не могу эти предметы. Ты против радио говоришь. Я... Нет, я в обычной говорю. Я не пойму, где ты. Где мастер-бедрум? Хочу сфоткать. Где комната близнецов? Скажи прощай доске. Прощай. Я не могу взять ничего. Ты же не пришел даже к доске. Да и найти вас не могу даже. Антон! А вот так или что? Господи. А ты дверь закрылась? Нет, все. Атака. Атака, атака. А я вышла. Он на первом.
О, привет. Ты куда пошел? Он где-то... Он на второй этаж пошел. Судя по звуку. Ну да. Кристина сломала доску, я даже сфоткать не успел. Да я не специально, я не виновата, ради... что она не работает. Ради денег. Там я... надо было... Я не виновата. Я не виновата, что она не работает. Понятно. А так и закончилось, если что. Что ты вообще гос был? Да, конечно, гос. Нет, у меня рассудок просто на нуле уже. Нет, у тебя там, кстати, нормальный рассудок. 80. Почему тогда доска сломалась? Вы, наверное, долго не, не отвечали от меня. Пока я засту. Спрашивали, поэтому она, наверное, сломалась. Да, она так и ломается, как раз таки. Я засту. Ну? Все печеньки нашли. Это не диаген. Не знаю. Но вы поняли, что это не диаген, потому что мы не умерли с Антоном. Ну да. Поэтому это и не диаген. Нет, мы 5 печенек нашли. Помогите мне выйти, пожалуйста. А ты где? Все. Давайте битой ударим. Я не могу взять третий предмет. Кстати, он на втором начинает атаку. А почему у меня не берется третий предмет? Подождите. Может, у тебя что-то в руках? Две штуки, может, у тебя что-то? Нет, два предмета только. Вообще ничего не берется. Ты выкинь все из рук. Сейчас. Понятно, почему у меня ничего не бралось. У меня было почему-то... Два чего-то? Два вот этих МП. А, кстати, у меня там была пустая рука. МП забаговалась. А где еще одна печенька? Наверное, где-то на первом. Я вроде весь первый этаж обошла. А, нет, я комнату близнецов не была. Кстати, где призрак, непонятно. Это он где-то на втором, где-то вот здесь. Нет, он, возможно, там. Где? Вот здесь. У нас же все живы? Да. Да. Хорошо. Да, он здесь. Я умная. Хоть где-то. Хорошо. МП. А, у нас отпечатки. МП-5. Отпечатки. На окне отпечатки. Я надеюсь на бака. На окне. А, он шкафчик потрогал. Два окна. А. Сколько там пальцев? 5. Два окна, не одна. Да, киселёчек? Да-да. Какой красивый вид. Ой, на дерево выходит. А, ой, надо пойти за благовонием сходить. Это сейчас атака начнется, а я без такая. Привет! Накаркала. Атака? Да. Пока жизнь были лучшими друзьями. Когда-то. Верно. Это кто-то очень обычный. А у нас что по уликам? Только МП-5 отпечатки. Какой-то медленный. Но это не Мюллинг. Нет. А, все, я слышу. И теперь все. Абака. Абака. Ты жива? Да. А он что-то как-то... Мимо прошел, да? Нет, он в комнате застрял, что ли. Мне кажется, на втором печеньке. Потому что я прям к нему пошла. Так, нам надо датчик движения. Капец, надо тут всё раскидал. Ща поищу. Печеньку и... надо. А где я пропустил эти? Интересно. Может, в комнате близнецов?
Может, все-таки за чайник. Так нету там чайника. О, нашел. Все понятно. Где? Вот, возле радио. Смотрите, где. Кто там балуется? Я уже забрал ее. Это я. А где он? Покажите мне комнату его. Он вон там. Я понял. Это вот так? Да. Да. Я здесь не могу. Иди сюда. Иди сюда. Я хочу его проверить. Он за Антоном пошел. Нет, он за мной пошел. А. Иди сюда. Антон. Иди сюда. Он не менял. Иди. Он меняет. Менял? А. Менял обличье или цель? Да. Я меня прям обличье. Антон. Антон, вставай. Ой, как я красиво умер, слушайте. Ручкой еще машу так. Вставай! У меня фотик был, сфоткайте, вот у меня он возле ноги лежит. Меня, на деньги. Я, короче, умер и прилетел. У меня фотик возле ноги лежит. Возле Антон, ноги? Вставай! Да. Вставай и иди. Ирочка, ты живая? Да. А где? За креслом возле ноги. За креслом. Нам надо ты только не... сбежать. Это ГОСТ, где, где? Вон, в углу, за креслом выйди и фоткай. За кресло. Да, три звезды. Я хочу на улицу. Моё тело сфоткай еще. Да господи. Нужно больше денег. Ну! Господи. Ты куда побежал-то? А за креслом за каким он появился? Нет, он там про фотик говорил. Он не за креслом появился? У меня благовония нет. Ай, все шикарно. Так, а нам... Кто призрак-то какой? Ну, если меняла обличье, то Абака. Нет, он не менял. Ну, надо посмотреть. Надо посмотреть. Хотел сказать, сфоткать. Так. А мы по радиоприемнику говорили? Антон Грязу говорил. Я не говорил, даже не брал его. А, значит, это шикарки будут. Но если у Абака должен быть призрачный... Так, у нас и радиоприемники, и блокнот тут. А так, сейчас посмотрим. Кира, живи! Сейчас посмотрим. Куда ты пошел? Это Юкай, наверное. Я не вижу ничего. Нет, это не Абака. А кто... Ну, у нас и не может быть Йокай. А, у нас либо Мюлинг, либо Абака, либо Гарё, либо Джин. А, там смотрю за ним, он не меняет облик свой. Вот это не Абак. Я уже посмотрела. Жалко. Либо Джин, либо Гарё. А Гарё должен быть обязательно... Лазерный проектор, который видно в Чисто. Его комнате, да. Он на щиток вырубил. А, значит, свет поставил. Ничего себе. Так спину. После атаки же свет выключается. Да? Ну да. Понятно. Где МП? Ты старый. МП? Ты молодой. Ты злой. Ты добрый. Ты близко. Ты рядом. Ты далеко. Ты злишься. Ты старый. Ты молодой. Блин, это был ГОСТ. Я сожгла благовоние. Это была последняя. Почему последняя? Да, три, получается, сожгли, нет? А, нет, все там ничего не есть. Так давай я его возьму. А я уже взяла. Нам остались, получается, печеньки. Ну, задание мы выполнили. Печеньки там внутри. Но мы не знаем, кто это. Лазер. Лазер, Горё? Горё, да. Ой. Активный Горё. Ну все, печеньки ждите. А, там атака. Это обычная атака, если что. А жаль. А для кого он атаку сделает? А, Марго там в доме. Да.
О, привет. Ничего себе кидает, как. Давай заканчивай атаку свою. Спасибо, ой, послушный призрак. Кира, пошли со мной, у тебя благовоние. Да. Гост. А где печеньки? В комнате уже у него печеньки. А чё? Это, наверное, он в углу где-то спал, 100%. Подожди, подожди, я видела, откуда гост был. Откуда? Ну, дай мне печеньки. Да. Где-то вот отсюда он шел. Нет! Я буду жить. В принципе, сбежать и без благовония можно. Сбежать еще надо? Нет, мы сбежали уже. А, все. Ну, пусть это Марго там сидит. Печеньки как там, когда сами сработают. Это еще. Блин. Наверх поднимаемся. Обожаю эти шкафы под лестницей. Все, закончилось. Угу. Жри печенье. А сейчас он где начал? Не знаю, где-то за моей спиной. Ну да, это я поняла. Где-то тут. Ну, как-то страшно уже без благовония. А ты сожгла благовоние, да? Да. Так тебя чуть не убили. Вы что, хотите за ней выполнить? Господи! Он где-то сейчас на середине, надо положить на середину, на середину, на середину. Жри печенье. Мы тебя даже одного оставили в комнате. Жри печенье. На диете. Чи закрыла его, представляешь? Ой-ой-ой. Атака. В смысле? Алло. Прощай, жизнь, мы были лучшими друзьями. Хорошо, я там закрыла его. Вышел. Графтон просто нечто. А еще Близдейл. Я, походу, сегодня не выполню квеста. Можно будет завтра. О! Ясно, спаси меня. Как на ухо мне кричит, стучит. Все. Господи, ничего не видно. Где? Ты как вовремя. Я пошла. А что у тебя за призрак-то? А, горю. Я тут говорю, а у меня дискорд, оказывается, вылетел. Да. Вау, небо красивое. Фиолетовое. В смысле, ты вышла? Нет, я закрылся в тебя здесь. Я просто под лестницей сижу, я даже выйти не успела. Я только открыла дверь и... Опа, печеньки. Черный снег. Класс. Петрина. А. А это случайно не та, типа, этот, карта, там, где, короче, этот, там, где меня... Закончилось. Выходите. Оля, по-моему, с Катей под лестницей показывали баги. Возможно. Выходи, Марго. Быстрее выходи. Не успела прячься. А, Кира! Марго, выходи быстрее, пока атака не началась. А куда идти? А я не знаю, где ты пряталась. Она на втором, за шкафчиком. Благовоние. Марго, иди на мой голос. Я не успела. Он щиток выключил. Нет, он щиток выключил, дверь открыта. Я испугалась сама.
Иди на мой голос. Так, у нас... У нас Гарё. Смотрите мне улики. Гарё, просто поставь. Поставила. Еее. На сегодня у нас все. Подписывайся, ставь лайки, комментируй. А еще я хотела сказать, что у меня наконец-то появилась группа ВК, где ты сможешь отслеживать все новости моего канала. Подписывайся и туда. Все ссылочки есть в описании и шапке профиля. А на сегодня все. Мы будем прощаться. Пока-пока.